Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать обратно в Warlock Today, играет в Reigns. А, окей, так, эй, армия закрывает вас в самой высокой башне. Ну ладно, король умер. Ничего страшного, король сейчас воскреснет. Наш король бессмертен. Я могу на вас научить кое-чему из белой магии, научи меня. Способ обмануть дьявола, да. Я вижу 6 чисел, 1043, 683, 1243, 842, 1432 и 1669. Окей. Я не запомнил эти числа. Надо было записать, наверное. Блин. Долгих лет королю. Здравствуйте, архиепископ. Я буду молить за ваше процветание. Ну, молитесь, хорошо. Новые сельскохозяйственные технологии значительно увеличили урожайность. Что делать с доходом? Разделим его, он принадлежит мне. Конечно, он принадлежит мне. Мы нашли вход в крипту под замком. Окей. Я иду туда. Жуткий, попасть в подземелье. Эффект проявляется каждую секунду. Окей. Скелет не то кричит, не то зловеще хохочет, меч у него очень длинный. Напасть! Не считая Виктора, тут больше никого и нет. Разъяренный вепрь! Ты принес клубнику, черт, вот взгляни на клубнику. Для живого ты не очень разговорчив. Я просто... Разъяренный вепрь! Еее! Ха-ха-ха! Мы убили скелета! Скелет рассыпается, вы решаете, что не стоит тут оставаться и смотреть, сможет ли он собраться заново. Выбрать дверь земли, выбрать дверь нейтрала, дверь нейтрала. Стены здесь темные, покрыты сажей, это тупик, придется вернуться. Быстрее, 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 дверь огня. Дверь воздуха. Пнуть дверь. Нога теперь болит. Нет. Развернуться. А, снова скелет. Напасть. Бьем скелета. А-та-та-та-та. Отлично, мы убили скелета еще раз. Черт, у нас падают все статистики государства, пока мы тут деремся. Дверь нейтрала. Теперь снова дверь нейтрала. Вы в нерешительности дотрагиваетесь до стен. Здесь два выхода. Налево. Налево. Дверь золота. Сундук с сокровищами. Открыть его. Скорее. Вы нашли зелье. Выпить его. Сюда. Черт. Гребаный скелет. Убежать. Это тупик. Нет. Дверь нейтрала. Черт. Убежать от скелета. Мы умерли в подземелье. Ну ладно, король умер. Не хрен ходить в подземелье. Вот чё, я вам скажу. Если вы король, оставьте это дело настоящим профессионалам, таких как Индиана Джонс. Рекс зовет пойти за собой. Рекс, в последний раз, блин, ты в дьявола превратился, я тебе не очень доверяю. Рекс приводит вас к одинокой повозке на рыночной площади. Ну, войдем в фургон. Актарий провидец, не говори мне, я вижу... короля. Исполненного величия и королевского хладнокровия. Перед ним... собака. С красными глазами и ухмылкой на губах. Он придет вновь, дьявол. Ну, он мне обещал. А дьяволы, они такие, всегда исполняют свои обещания. Ладно. Ну, продолжай еще. С вас 600 золотых. Окей. Милорд, один хороший доктор спас жизнь моему племяннику. Он немного волшебник, и он здесь сейчас. Давайте посмотрим на него. Мастер Абизонар! Нет, 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 нет. Опять он вернулся. Мы его убили, но он вернулся. Одно из ваших решений убьет тысячи невинных. Провидец, которое из моих решений? Нам построить посольство в соседних странах — это хороший способ избежать войн.
Да нет, знаете что, и так справимся. Пак говорит, что волки пожирают детей. Ну, ладно, я лично этим займусь. Во время охоты с вами произошло ужасное происшествие. Найдите доктора. Милорд, вы умираете от гангрены, я ничего не могу сделать. Мастер Абизанар, я тебе отвечаю. Я его ненавижу. Какой придурок. От него толку ноль, блин. Каждый раз он приходит к нам работать, и каждый раз он меня убивает. Либо своей бездарностью, либо своей тупостью. Милорд, не хотите ли вы немного пофехтовать? Генерал, я не хочу фехтовать. У меня нет настроения. Я нашел синий и коричневый гриб в лесу. Синий кажется съедобным. Седрик. О, хрена, не буду я есть гриб. Иди гуляй. Мы нашли золото в шахтах. Копать глубже. Да, копайте. Все золото, нам нужно больше золота. Пьяная компания разорила аббатство. Отец Квилл, смотрите, давайте рассудим логично. Уже была такая фигня. Я когда-то вам помогал, но в этот раз тусуйтесь. Нам нужны солдаты. Мастер Абизанар, вот что вы мне сейчас говорите? Восточные баронства напали, мы можем одержать верх, только объявив общий призыв. Мастер Абизанар. Вы понимаете, что вы доктор, а не тактик-стратег? Что вы вообще тут делаете? Тусуйтесь отсюда, пожалуйста. Я вообще вас не уважаю. Нет, я ваши советы никогда не приму. Несколько деревень притворились, что на них напали небесные существа. Уловка, чтобы платить меньше налогов. Я им верю. Люди из западной деревни боятся гоблинов. Кто об этом позаботится? Церковь, ты. Ну, пускай об этом заботится церковь. Вот. Гоблины — это как раз вот по делам церкви. Пускай церковь придет и все как положено расскажет, что гоблинов на самом деле не существует. Все это сказки, все это выдумки. А потом, когда гоблины съедят всех этих церковников, то тогда уже будем разбираться на месте, если съедят. Если все пройдет нормально, и церковники докажут людям, что на самом деле это все выдумки, зла не существует, тогда будет все прекрасно. Так, Актарий, что ты мне говоришь? Я вижу философа в самом сердце крестового похода. Само собой. Я бы хотел провести новое исследование легендарного превращения свинца в золото. О, иди нахрен. Я тебе говорю, это мастер Абизанар, я тебя даже вообще с тобой не разговариваю. Король Запада предлагает купить у нас небольшую часть страны. Нет, обойдется нафиг. Хрена себе, купить часть страны, пошел он вон. По какой стороне дороги должны идти повозки? Что? Так, подождите, я вот сейчас вспоминаю, по какой стороне машины едут, по правой, по правой. Я бы хотел открыть лавку с моими товарами и заклинаниями. Леди Секас. Во-первых, ваше имя мне очень нравится. А во-вторых, нет. Тусуйтесь, Леди Секас. Давайте построим укрепление вокруг столицы. Это дорого, оно того стоит. Да, давайте построим. Пускай у нас будут укрепления. О! Если ваша армия слаба, это полезно. У нас теперь высокие стены есть. Хорошо. Врачеватель проводит безбожные опыты в тайной комнате. Его нужно остановить. Да, его нужно остановить. Нет, тусуйтесь. Уже все. Идите нафиг. Мистер Абизанар, вы не будете ничего проводить здесь. Сир, нужно выделить деньги на общественный амбар, чтобы не было голода. У нас просто нет денег. У нас нет денег. И нет людей. У нас ничего нету. Ну, денег у нас меньше, чем людей. Нет. Народ голодает. Замок разграблен, придворные разбежались, вам остается править голубями. Что, в принципе, неплохо. Король умер. Окей. Ладно. Тут вот какая-то картинка близится. Не знаю, Робби — это 10-й король. Ну, ладно. Фир, ваша моча пахнет рододендронами нынче утром. Лучше вам пока не ездить верхом. Что? Иди нахрен.
Это Готфрид говорит, что это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Ну, давайте этот... Поделимся провиантом с людьми. Пускай будут... Река Капля снова пересохла. Прости, у нас нельзя делиться. У нас нет денег. Я серийный убийца. Судья Джест. Я понимаю, что вы серийный убийца. Я уже давно догадывался. Судя по вашему наряду. Судья Джест. И что теперь? Дерьмо, а не работа. Если бы я мог... Возможно, но кто, если не ты? Судья Джесс наконец понял, что у него проблемы с психикой. Ну, это уже хорошо. Первый шаг к исправлению проблемы — это признание проблемы. Зерно сильно подешевело, Пак, да? Нужно регулировать цену на хлеб. Ну, давайте немного поднимем цену на хлеб. Я могу быть палачом. Мастер Абизанар может быть палачом. Мастер Абизанар, ты не можешь быть палачом, я тебе говорю. Я как раз ищу способ испытать действие новых ядов. Нет, мастер Абизанар, я тебе не доверю даже, блин, я не знаю, туалеты мыть, честно. На нас напали викинги. Нужно оборонять страну с севера. Будем защищаться, у нас есть стены. Пак говорит, что урожай ужасный, люди голодают, сир, умоляю, снизьте налоги. Ох, фак. Пак, у меня нет денег. Пак, как ты смеешь? Все наши катапульты испорчены. Нас защитит Бог. Народы из дальней деревни учат своих людей плевать на короля. Не надо плевать на короля. И народ тоже не надо проучать, потому что иначе у нас беда будет. Мы и так, нас народ недоволен. Так, ваше королевство обеднело и слабло. Мой великодушный друг может предложить вам помощь бесплатно. Что? Окей, мастер Брэндон, я вам доверяю. Вот это испытание. Только попробуйте меня подставить. Так, восток и юг планируют нападение на королевство. Будем ли мы просить помощи у запада? Нет, мы не будем. Мы справимся. Ваш народ голодает. Надо было просить помощи у запада. Блин, черт. Король умер. Гарри, 11-й король. Вашей армии нужен хороший военачальник. Вы выбрали меня. Прислушайтесь к моим советам. Генерал Полон, ну вы более-менее. Но я прислушаюсь к вашим советам. Шахты полны золота, милорд. Мы богаты, я богат. Мы богаты. Хорошо, разделим на всех. Чик-чирик, чья это птица в конце концов? Мастер Брэндон, вы говорите, что у нас слишком много врагов. Это дорого обходится. Нужно поднять вопрос о прекращении войны. Окей, давайте поднимем вопрос о прекращении войны. Я согласен. Много врагов — это плохо. Война, ну понимаю, что у нас, конечно, 14 век, пока что не 21, как... потому что в 21 не будет никаких войн. А в 14 веке чуть-чуть войн все равно пригодится, но много тоже не нужно, поэтому не будем. Так, ладно, мастер Абизанар. Посмотрите, какую странную штуку я создал на прошлой неделе, пока разбирался с алхимией и темными искусствами. Мастер Абизанар, идите нахрен. Это ваза. Мастер Абизанар, я вроде как страной правлю. Мне до ваших ваз, если честно, у меня нет времени. Вы понимаете, мне нужно принимать послов, обсуждать там всякие королевские указы, жениться на принцессах, а вы мне тут со своей вазой тусуйтесь. Это ничего не означает, это ваза. Превосходно. Лжец. Со мной разговаривает ваза. Что? Не ты, а доктор. Он лжет. Он нашел меня в ломаске. Он не создавал меня. Кто ты? Вопрос настолько философский, что почти бессмысленный. Возвращайся с морозной кровью, и, быть может, я отвечу. Окей. Не хотите сыграть в красного карлика, милорд? Нет. Мистер Шут, идите гуляйте. Я с вами уже один раз поиграл. Бойтесь черной птицы, она не принесет хороших вестей.
Спасибо. Спасибо, провидец. Шахтеры отказываются спускаться в шахту, они хотят прибавки. Ох, уж эти шахтеры. Ладно. Пока я добрый сегодня, Пак. Мы поднимем шахтерам ставку. О! Нам докладывают о драконе, разбушевавшемся в горах. Это птица, это чушь собачья. И черная птица была. Мне сказал волшебник бояться черной птицы. О, я знаю все. Я могу научить вас кое-чему из белой магии. Ну, слушай, леди Секос, ну научи меня чему-то. Способ обмануть дьявола. Что еще? Способ испытать судьбу. Окей, давай, научи меня. Шулерские кости, вы больше никогда не проиграете в красного карлика. А, окей. Хорошо, хорошо. Так, мы хотим установить новый налог для церкви и разделим его с короной, само собой. Хорошо, давайте налог для церкви. Чудно. Так, послание птицей. Островитяне угрожают напасть, мы должны напасть на них первыми. Нет, мы не будем нападать первыми, мы будем защищаться. У нас классные стены. Я помню, мы построили стены. У нас проблема, монах покусал братьев, быстро распространяется. А, ну оборотни, понятно. Оборотни, все ясно. Я... Да ты размазня, а не правитель. Что? На меня шут наехал. Что ты говоришь, шут? У нас самое лучшее развлечение для народа — дурацкий весенний фестиваль. Он не так уж плох. Ага, попляшем, как уточки, по какой-то дебил издевается над лютней. Прям темные века, стыдоба. Я... Людям нужна драма, действие, любовные истории для взрослых. Их нужно развлекать. Грехом, ты, видимо, все знаешь, да? Ну хорошо, назначаю тебя главным по праздникам. Итак, назначаю себя главой развлекательного управления. Нет, нет, не стоит благодарности. А, окей, Грехом, давай, я тебя назначаю, будешь командовать. Ага, опять черная птица. У берегов королевства видели кракена, рыболовы в ужасе. Помолимся. Мой король, кажется, наша армия не следит за гигиеной. Нужно потратить немного денег на решение проблемы. Мастер Абизанар, я вам вообще не верю. Стусуйтесь. Мы проиграли войну, мой король. Мы вынуждены принять условия врагов. Окей, примем. Ну, если мы проиграли войну, то что уж делаешь? Что тут уже поздно? Проиграли, поздно после драки кулаками махать. Нужно принять условия, потом нанять ассасинов, шпионов, всю фигню, убить королей вражеских, потом снова собрать армию и снова на них напасть, и уже в следующий раз выиграть войну. О, я профессионал в политике. Так, сэр Седрик слышал странный шум в замке ночью. Нужно усилить патруль. Ну, сэр Седрик, ну давай усилим патруль, хрен с тобой. Это самая лютая зима за последние 30 лет. Окей, я поделюсь провиантом. О, у нас нет денег. Опять, чё, фак, у меня опять кончились деньги. Новые олигархи отправляют вас в изгнание. На лодке недовольный солдат толкает вас за борт. Эх. У меня была кличка Гарри Козырь в рукаве. О, король Геральт! У нас сейчас будет король Геральт. Это классно. Просто отлично. Вот, я думаю, на этом моменте мы закончим. Когда нужно построить новую церковь, потому что у нас король Геральт. Этот король будет самый лучший король. Потому что он Геральт, ну, возможно, не из Ривии, но все равно какой-то король. Вот. Я надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, ставьте внизу лайк, оставляйте комментарии. Это очень помогает каналу. Хотите смотреть продолжение? Конечно, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за просмотр. Просмотр. И мы увидимся в следующий раз.